Так, ну что же, всем привет, с вами опять Исаак Линк. Это последний день сегодняшнего, в принципе, игрового дня про серии. Это последний день первого дня европейского дивизиона про серии. И нас встречается команда Супер Ливерс Лоу. Не просто я вообще с этой командой первый раз ее вижу. Что же сделали эти СЛ? Может быть, они в 10-м сезоне отличились тем, что они заняли какое-то неплохое место СЛ. Да, 11-е место, они, в принципе, там остались. Вот. На 11-м сезоне. А, Супер Лагет у них еще и на Старладере. То есть везде по-разному. Никнеймы мне не знакомые. 89 по 41 поражение. Начали они. Еще в 10-м сезоне они играли в Про. Я не знаю, там было ли в 9-й. Ну, 9-й это максимум, что я посмотрю. Ну, там сколько всего было-то. Там уже другое все было совсем. Так что. Ну, тут вроде СЛ команды нету, да. Так что, это, судя по всему, для них второй уже сезон. И Баница Кентавр, Брюмастер, Огр и Деспрофит. Я уже буду, вы уж извините, что я тут не буду срывать глоточки, да, себе. Во-первых, это вредно, во-вторых, как бы, это уже в формате сказки на ночь у нас Супер Ливер встречается с командой Драг Дрейпер. Драг Дрейпер же. Вот, эта команда, это, ну, можно сказать, может быть, это будет грубо, это останки Фнатиков. Там играет Крит, я не знаю, где он здесь скрылся. Ace You Know, по-моему, еще должен здесь быть. Но пока что здесь они называются как? Хэнскин, Рило, Эйп, Сил, Кит и Верн. Рейзер от команды, боже мой, Драгдер. Драгдрипер. Ну, я надеюсь, у них там наверху будет, это там где счет у нас отображается, какое-то более нормальное название, а то что-то мне это как-то не совсем удобно. Вайпер в исполнении команды Супер Ливерс, посмотрим, какой будет. Он пикается сразу же после Рейзер. Кто будет вторым пиком, сейчас мы увидим. Мой один из практически самых постоянных буровик. Надеялся, что не будет, все-таки забанен у нас Брюмастер, но, к сожалению, это First Ban, Тайтхантер на второй пик, Vengeful Spirit. Не видел ты еще, что у меня тот днем происходило. Это было на 9-м канале, там кубок выходного, там Зес в харде стоял. Это было интересно, и там мне потом еще в лобби описывали, что типа Зес в харде килл любого. Войт и Вич-Доктор у нас в бане, Винга там добирается к Рейзеру. Ну что же, Драгдер, да, вот ушел Хани, вообще не знаю, куда ушел у нас. Вообще, вот по поводу Фнатик, давайте мы даже зайдем вот куда. На Ликвипедию. Одна из самых полезных статистик. Что у нас здесь? Да здесь у нас практически все. У нас надо посмотреть все-таки трансферы. Так. И про Фнатик здесь ничего и не написано. Ой. Да, нет ничего про Фнатик здесь. Но, тем не менее, вот там из этих трансферов пока что... Ну, Габлак там в Нави перешел. Да, это одно из последних, то, что произошло. Компасы стали 30 октября у нас Хеллрейзерами. Арстайл из этого всего дела ушел. Там вроде где-то Дред должен был затеряться, но его тут не видно. Забанен у нас был Шейкер Лайком в нашей игре. В нашей игре был пикнут Рейс Кинг. Пока что предпочтение к зеленым персонажам Супер Ливерс. У Супер Ливерс предпочтение к синим было у Драг Дрейпер, но вот сейчас Элдер Тайтан. Это вообще колоритный чувак. И Эндж Топорыша на Супер Ливерс. Блин, но пики мне пока что нравятся. Рейс Кинг, наверное, все-таки здесь будет у нас саппортящим. Потому что, как бы, кинуть станы, подчиник тащим, нарезать бедную жертву. Как же это прекрасно, если еще и с вайпером в трипле, там, и это не мидл вайпер, то там еще и вайпер заплюет всех. Поизн атакой своей. И плюс к дополнительному магурону там будет еще и замедло неприятное. Так, ну вот про трансферы, что-то мне еще ничего не видно. Может быть, просто нет инфы. Еще, может, еще рано. Может быть, это было еще раньше там.
Эра ушел из Фнатиков 20 августа. Вот что касается Фнатиков. Big Daddy's Flame в Secret перевалили. Вот. И Фнатики, да, остались ни с кем практически. Фнатики стали уже действительно не те. Тут нельзя не сказать так. Ах, они в альянсах. Да, почему нет? Я сейчас просто много смотреть опять же не хочу. Это будет заставлять меня отвлекаться. Тут Визаж у нас интересно заставляет банить Дроу Рейнджер, Дрейпер этим четвертым пиком. Я думаю, они специально это все делают у нас. И сейчас посмотрим состав Alliance. Банится Некрофос там в ответ от Дрейпер. И текущий состав. Ну да, там что-то было такое вот Хани. Хани еще не официальный. Ну, видимо, Ликипедия пока что еще подтормаживает у нас. Инфа. Ну, не то чтобы не свежая, но что-то с ней не то. Что-то не то с этой инфой. И остается еще огромное количество времени на лавпике. У команд, в принципе, тоже достаточно позднее время. Там по цету у нас сколько? Практически 11 часов, да, по Москве. Вот у меня тут сижу. Час ночи у меня. Вот. Ну, те, кто смотрит по киевскому, там у них практически полночь. Вот. Ну, другие регионы уже, я надеюсь, отсчитают от тех регионов, которые я сказал. Выделил. Три основных. И суперливерс долго думают так вообще над ласпиком. Может быть, они такие, ой, надо было нам Траксу взять, типа, вот было бы прикольно. Элдер Титан, кстати, вот раз уж писали про него, действительно парень неплохой. Это парень, скорее всего, действительно на оффлейн. Но, опять же, может на оффлейн пойти и кто-нибудь еще Титан в Мидрейзер фармить. Есть такой вариант. Фантом Ассасина, Суперливерс, не мудрствуя лукаво. Забирают они себе фантомочку. Драг Дрипер. Остается у них теперь. Теперь вот ДДП будет. Я их ДДП почему-то хочу постоянно называть. У них теперь вагонище времени. Ну и only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Что там у нас подгоняет Стэнли Перри? Было еще минута, 10 секунд еще могут подумать сейчас Драг Дрипер. Ну что сюда, давайте подумаем вместе с ними. Визаж, Вингас, Партия, там, наверное, Харт, Разор, наверное, Мит. Лучше взять какого-то Кири. Ну и кто у нас убьет фантомочку? Ну вот, например, снайпер-пассивка не может промахнуться, как вариант. Но это повод ли брать этого тонкого, не способного выжить персонажа? Ну, Razer, в принципе, вот у меня, по крайней мере, что за комментатор, если не секрет, первый раз на Star Ladder 3, ну, Боровик, я думаю, расскажет, если не дорасскажет, я потом, конечно, буду еще раз напоминать, не беспокойся, в названии стрима, если что, вся информация практически предоставлена, разве что кроме команд, которые встречаются, и, возможно, вы их не знаете, но, тем не менее, вот сейчас Drag Dripper забирает себе Imba Spirit и разбирают игроки у нас своих персонажей. Разбирает у нас Эйп Эмбер, Силкит, Венга, Рило, Рейзер. Ну давайте будем на Драг Дрипер смотреть не как бывших развалившихся там Фнатиков, а как на абсолютно новую, другую совсем команду. И мы представляем команду Драг. О, Драг, действительно. Проще быть не может, по-моему. Верн играет у нас на Элдер Тайтане. Ого, нифига, у него что-то на башке такое. Больба. Ну, меня прямо так это удивило, у меня на башке просто. Я так привык к тому, что на башке у моего Элдер Тайтана, что удивился аж. Рил у нас играет за Рейзера. Отвлекся сильно. Хэнскин у нас Визаж, Силкит. Ну, лучше бы Силкайн было бы. Прикольнее звучало бы. Венжфул Спирит, Эйп у нас за Эмбер Спирита с легендарной шляпой на башке. И потом расскажу, кстати, прикольный момент про легендарную шляпу. Наверное, все его знают, но на всякий случай. Прок у нас играет за Рейскинга, Дэндин.
The Ancient Parishioner, Melkor, Mahakali. ММК, короче, Phantom Assassin, вот так вот, Батклад за Тайдхантера и Вушен, или Вашен, играет за Вайпера. Ну вот, в смоках тут побегали, потусили, ребят, видя здесь отстающего Прейшина. Ну и... Разбегаются по линиям все у нас участники этого матча. Эх, Нагвмит рекомендует Буровик, но не хочу расстраивать его. Тут уже будет стоять разбор против Вайпера. В любом случае. Так, прок у нас забирает себе Баунти Руны, Эншт Парейшн Иллюзии. Контролируется полностью команда SL сейчас. Руны контролируются командой SL. Я тут про кашу сразу забыл начало фразы. Вот что значит вырубает и рубит. Прямо вот просто рядом эти однокоренные поставил. Ancient Operation перемещается потихоньку на топ. Тут есть Race King, и в принципе на месте Тайтана я бы не боковал. Да, есть у тебя Astral Spirit. Этим Astral Spirit ты за этих троих на первом уровне позабираешь по... сколько там, по 10 урона, у тебя будет 30-ка дополнительного, ну и за крипов по 2. Ну вот, видите, вот сейчас он набрал плюс 19 урона себе. Прикольная история. Так, про что? Про легендарную шляпу. Эмбер Спирит — это персонаж, у которого моделька такая, что он... так, там стан Линга закидывает в батклата. Ну, нет, просто стан закидывает, типа харась. Вот. Шляпа там сзади на веревочке привязана у оригинальной модельки. И разница только в том, что это шляпа на башке. Вот и все. И благодаря этому она становится легендарной. Сразу же возникает вопрос, в чем прикол? Ну и этот вопрос я на него еще не ответил. Попробуйте ответить вы. Рило. Рило у нас имеет постоянно дополнительный урон от Вайпера. Вайпер, благодаря тому, что у него 575 рейнджухи, я тут... А, лол, рейзера меньше. Так, ладно. Не прокатит мой аргумент. Но, тем не менее, рейзер... Ну, блин, я не знаю, быстрый, с ботинком уже. Поэтому, в любом случае, догонит Вайпер, присосется к нему. И... Ого! А зачем? А куда? А почему? Тут сейчас еще, по-моему... По-моему, сейчас эту ну, не то, что медвежью услугу, но какая-то такая непонятная услуга в исполнении Elder Titan по отношению к фантомочке. Она сейчас здесь фармит еще и дабл стак тут есть. And the Blood Spill. Все-таки Вайпер с кем? Опа! Винга только пришла в смоках. А Вайпер в соло убил. Вот сейчас посмотрим. Размен один в один. Ай, запоздал чуть-чуть силкит. Видно, что опоздал, но как это все произошло, я не понял. Лол, Вайпер просто заплевал разора. Окей. Винга прошла, дала размен, конечно, и денег из-за этого теперь всего 80 там выиграл Вайпер. XP почему-то нет. Лол, почему он XP не получил вообще? XP только Винга забрала себе. Ну ладно, не будем. Не будем. И так. Так, на топе проблемы Элдер Тайтана. Ну то, о чем я и говорил. Тут еще и Колдфилд запасную инштапорыш на с уровня появился. Рискинг. Ну вот, пока что плюсики вкачал, да. Критулия, зачем они мне, я же суппорт. Вампирикаура, зачем она мне на лейнинге, линия будет пушиться. В принципе, все, я теперь ничего не имею против плюсов на рейскинге. Только что сам себе доказал. И... Ancient Operation везет себе смоук. У Верн опять могут быть проблемы. Но Верн здесь особого уровня не получит. Четвертый уровень, гордись этим. Да до четвертой минуты получил четвертый уровень. Ох уж этот Верн. Он, в принципе, молодец. Он умер, правда, разок. Сейчас Астрал Спиритом зачекает тут все. Что меня удивило в этом тайте? Наверное, шея огромнейшая, которая тут обнажилась. Я не знаю, экшена, по-моему, не... Нет, там происходит. Экшен происходит. Тут на мид выходят сейчас на разоры. Дэндин и Прок. И... Ай-яй-яй-яй, прок уже засветился, стан бы кинуть. Стан не кидают, туда-сюда, в итоге ганг не удался. Но ничего страшного, зато фантомочка получила спейс, у нее и так с уровнем проблемы, у нее такой же, как у Титана.
Титан, Титан остал Спирит, Рейзер там идет, сейчас может быть что-то даже получится, ой, у них двоих. Титан откидывает Рейскинг в Рейзера, Тайтан минус один, плюс еще у Прока проблемы, минус армор на него навесили, дабл килл, офигенно, офигенно, они с разором сейчас сыграли. И тут еще Вайпер пришел, Вайпер зачем-то пришел, там урона, знаешь, сколько насос на 84. И Астрал Спирит тут же имеется, и Плазма Филд, и чуть-чуть-чуть-чуть не хватает. Стан от Венге, все, тычечки. Вайпер, боже мой, а как этот Вайпер вообще живет? Откуда у него столько плотности? У него еще 120 хп. Бабах, бабах, и все, 120 хп, их как будто и не было. Киллинг спри, верно, вот так вот на ровном месте Рейзер у нас перемещается на базу. Наверное, хотя он тут что-то мимо леса, как-то странно на базу идет, да, не вот так вот просто по миду, а вот как-то вот по такой траектории. Вроде как санстрайков нету, не знаю, в чем прикол. Ну ладно, счет у нас 5-2, драк начинает очень уверенно, активно. Хотя, по-моему, ФБ забрал себе Вайпер, но ФБ ничего не дало, как вы сами видели. И... почти шестой уровень имеется у Мелкора, благодаря тому, что саппорты где-то ходят, что-то пытаются сделать, значит, парейшн с Рейскингом, но я думаю, сейчас они, в частности, пытаются сделать так, чтобы Вайпер не умирал еще раз, потому что Вайпер 1-2-0, это не очень прикольно. Ну да, ходит такой с ФБ, но у него добито как бы... Ой, забыл я это, что ли, сделать. 16 на 4, да, Рейзер 18 на 7, у нас, оказывается, всего 6 минут прошло, я думаю, что крестоты такие небольшие. Но там импактом просто занимались вот эти двое, плюс еще Титан. Плюс еще там саппорты ходили туда-сюда, а фантомочка просто била крипов. И у нее пока что топовый крипса благодаря этому. Эйп вроде бы тоже как бил крипов. Ну вот как бы 28 на 3 здесь против 34 на 5. Ну это такое себе. И Тайтан приобретает Soul Ring. Все, штука, с которой стоит в харде, становится гораздо проще. Ну тут какие-то странные выходы. Вроде с ботинком Race King, да, ну и вроде тут... Элдер Тайтан же еще и у него 7 уровень, еще и у него Астрал Спирит максимально. Он теперь сколько там за героев? По 40 урона, то есть 120 урона вот эти три товарища дадут. Плюс там пачка крипов 4, например, да? Тут, не, давайте 5, проще считай все-таки. 120 и 60, 180 бонус урона. Тут овныш у нас произошел, Тайтхантер сгорел, ну, сжег его Эмбер Спирит, но в итоге Физаж, наверное, плюнул. И... да, тут... полный прокаст от Эмбера влетел, там ремнанты все три свои просто раскидал. Визаж Винга, Тайтхантер не жилец. Тайтхантер 5 уровень, ему не хватает буквально 50 экспириенса до ультимейта. А тут сейчас поможет ему... Ой-ой-ой, Эйп. А смысл, а в чем прикол был? Сейчас Батклад просто здесь отвалится, тут же... Ну, лол, а что это было вообще? Рейскинг, может быть, они с Апарейшеном недоплей какой-то был? Ну, я что-то не совсем понял. Не совсем я понял этого недоплея. Так, ну что, успокоилось у нас все. Могу я посмотреть на эту шею, боже, а то я не могу. Повернись лицом, лицом, лицом. Ну, там реально просто вот на этой картинке просто какой-то громила. Огромный мужик с маленькой головой. Таких там много. Есть. Во всяких... фильмах, сериалах, там такие люди нужны, чтобы играть каких-нибудь суровых пацанов, телохранителей. Вот какое-то вот такое вот у меня ассоциативное мышление под ночь уже. Так, кто-то там что-то про стаки. Где стаки? Стаков я что-то пока не вижу. Вайпер плюнул в Рейзера. Рейзеру теперь больно. Стан от Рейскинга. Да, Рила огромное количество дэмэджа. Это минус. Тут на развороте может быть хотя бы ВК забрать, но нет. Айс Вортекс, который взят на единичку Дэном. Дэн-Дэн, короче, будем его просто называть. И все, этот Айс Вортекс не позволяет каким-либо образом убить на развороте. Минус Рейзер. Так, ну что же, Батклад. Подклад. Есть у него ботиночек и все пока что. Да, Арканов тут, ну, Арканов на 10-й точно нам ждать не стоит. И вот когда эти Арканы, а может быть Блинк будет до Арканов, там Фантомку у нас убивает, забирает себе Киллинг Сприз за Титана.
Титан, видимо, бэканул. Тут еще... А, ну этот Апарейшн просто тут подфармливает. Апарейшн — это чувак, которому, да, нужно потом... Надо, чтобы было хоть где-то, хоть как-то 4200. Итак. Radiant's top tower is under siege. Ну что же. Винга, 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 винга. Я тут очень долго отвлекался. Прямо на экшен, по-моему, проснулся. Да, тут Станнер Скинг откидывает Фрейзера. Правильно, правильно. В него нужно было это все дело делать. Рило тут отваливается. Так. Винга. Все-таки хочет кого-то убить. Ты Станнер на 2 мало кого убьешь. Ну и вот так вот еще один раз умирает Рейзер. У него 0-3-4. Странно, странно, да. Перекриповал, по-моему, он Вайпера, хотя вот сейчас уже нет, конечно же. Каспер тоже Европу стримит. Да вот, только вот серия другая, там, Стар серия. А здесь-то серия Про, да, на один уровень пониже, но тут как бы уже побед, и команда отправится к стримам таких людей, как действительно Каспер. И Эмберс перезабирает себе вышку. У него фейзы Базила, 1300 денег. Фамильяр есть, медальку у визажа. В принципе, этого уже достаточно для начала. Прила, ну, у него проблемы, его гнобят. Счет 7-5 по вышкам, как бы выше, чуть больше у команды Драк. Интересно, что с графиками, в принципе, происходит. Пока что они плавают туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда, они плавают, боже, хватит через и это все произносить. Экспа у нас в нуле. Надо, мне вот что-то захотелось сейчас уже посмотреть на Творс, это как раз сейчас убьет Рейзер, и он опустится ниже визажа, судя по всему. Нет, этого не происходит, но тем не менее, это минус. Очередной раз, уже 0-4. У бедного Рейзера. Так. Минус Элдер Тайт. Он Operation его забирает. Эмбер Спирит пришел сюда, готов убивать фантомочку. Ну и ТП-аут я, походу, будет. Как же долго телепортировалась фантомка. Не знаю, каким чудом она ушла. Да, понятно, каким. Да, не хватило маны на то, чтобы активировать ремнант Эмбер Спириту. Так. Привязал или что? А, отфестовался там Эмбер Спирит, в общем. Счет у нас становится 7-7, счет у нас по фрагам уже равный. Вышки пушатся, ну так, с горем пополам, да, всего одна вышка была добита за эту игру. За 12,5 минут и... ну, верно, ну, Soul Ring, ну, ПТ сейчас будет, да, окей. Титан, смысл Титана здесь какой я вижу? На самом деле не очень большой, ведь Титан это единственный, кто контролирует. Но на самом деле по Титану нужно все-таки кого-то брать там. Войды какие-нибудь, какие-нибудь Тайтхантер, чтобы вот запускать вот этот вот Эрсплиттер и все. И там заранее какой-то контроль имеется. Так, ой-ой-ой, ультимейт такой хороший. Сейчас Сепарейшн, это еще один минус. Киллинг спри. И Овныш нам рассказывает, больше 5 фрагов подряд сделали уже SL. Драка дают фраги просто с большим удовольствием. Прям вот почему-то так мне кажется. Что-то Тайдуху не видно, кстати, про Тайдуху. Ну, Тайдуху ушел куда-то фармить. У него 13 минут, у него проблемы, у него 0-3-0 все-таки. И... Бат, дат у нас... Дагер намутит. Мутит он себе дагер, но у него там сейчас нарканы, если повезет вообще, если его не найдут. А его найдут. Ну, прощай, баддат, я думаю. Кракеншелл на 2, есть, конечно, щиток, пожалуйста. А тут что? А тут на 4 у нас. Статик Линк, еще одну тычулю. А, даже плазмофилдом решил Рила это все дело обработать. Еще есть пара крипов недобитых энджентов. Сейчас они тут на пару с фамильярами все это дело обработают. Вайпер. Плюет Вайпер. Вайпер могут быть проблемы у этого Вайпера. Визард же...
Второй плевок, это доминейтинг, но вайпер тут коррозив скином все-таки походу убивает. Это визаджин. Ох. Ну тут прямо так у нас все атмосферненько. Сидим в узких кругах в чатике, общаемся. И... Я тут даже... Сейчас отвлекусь и скину ссылочку на паблик. Обычно после игры это делается. Но я сделаю сейчас в середине игры. Ну, потом после игры, конечно, еще раз вкину. Может быть, там кто-то из того количества народу, который смотрит мне сейчас на данный момент, показано 74 человека. Может быть, кто-нибудь там тоже кнопочку подписаться нажмет. Мало ли. Так, ну и Elder Titan против Фантомочки. Блинкануться бы разок и тычку дать. Но нет. Ультимейт опорашено. Опорашено. Operation у нас ультимейт закончился уже. Operation дает классные ультимейты. Ну, правда, они нацелены пока что только на одного титана. Вот, но тем не менее, потом, когда они будут по птирам кидаться, будет вообще классно. Ах, это сентрики. Ну ладно, поинт-бустер уже есть у товарища Дендена. Вайпер страйк в Рило. Опять могут сейчас потерять Трейзера. Нет, никто никого не теряет. Не было там какой-то хелпы, что ли. Ну и... Ну и, наконец-то, колорит, я не знаю, там разные мнения, наконец-то, у нас появляются в чатике. Так, плюется тут визаж, ну визаж тут уже, по-моему, не жилец. Чуть трейскинг, ох, как плюнули сейчас в рейскинга, но фишка в том, что у него есть ультимейт, поэтому это изи фраг теперь. Абсолютно точно. Так, есть Ревиш. Ревиш попадает по двоим, убивая здесь у нас Эмбер Спирита точно. В этот же момент отваливается Венга, даблкил оформляет Вайпер. Тут еще подошел Рейзер, не знаю зачем, но тем не менее... А, Эйп-то еще живой, и Тайтхантер умирает. У Эйпа кулдаун, к сожалению, на ремнантах, но есть фисты, фистами привязать, в принципе. Ай, а если бы ты еще зафистовал сейчас стан, было бы очень классно. Но нет, даблкил оформляет Тайтан. И фистов хватило, однако, Эмберу, чтобы убить Вайпера. Тут пришла Фантомочка, готова убивать кого-то. А кого убивать? Тут уже и Айсбласт закончился, Эпарейшена. Ну и что здесь будет? Да, тут, наверное, будут еще пытаться цеплять. Ну что же. У Фантомки теперь у самой проблемы. Есть флеймгард. Она отблинковывается. Мансит. Стан в крипа. Стан в крипа сейчас может реально что-то решить. Но тут свап. И все-таки урон от флеймгарда наконец-то доходит до Фантомочки. Фистами убивает Эмбер Спирит. У нас ММК. Минус Тайтхантер еще. Ну, тут пошли что-то клепать киллы, по-моему, сейчас ребята из команды Драк очень активно. Ну и Эйп, что-то там про игры, нет никаких гемов. Задумка под фисты, да задумка Эмбер Спирит под фисты. Фишка в том, что Эмбер Спириту еще много и много времени, мне кажется. Что значит под фисты заезжает? Да, там инициаторы заблинков их в теории 2, там если Рейскинг вдруг раскошелится. Но по сути один Тайтхантер. Ну фистов на Тайтуку недостаточно будет, тут пошел Расплиттер. Это будет минус, да. Эмбер Спирит, Киллинг Спри, Эмбер Спирит. Фишка в том, что, скорее всего, это скорее не столько фисты, мне кажется, а сколько такой хороший ответ на лейтовость Фантомочки. Если что, просто фистами будет откидываться Эйп, фисты, ремнанты, Фантомке будет тяжело гоняться за этим Эмбер Спиритом, а если появится дэмидж, то там будет вообще изи. Вот. Может быть, у каждого свои мнения, опять же, может быть, я не прав, может быть, вы не правы. Но опять, да, вот эти вот все сопливые моральные фразы про то, что у каждого, типа, свое мнение. О, а тут у Тайтана был бы какой-нибудь урон, у него было бы прикольно. Ну и пока Мартра умирает, счет у нее 3-3-1, в то время как у Эмбера 4-1-7. Пока что все вот по игре у Эмбера лучше, чем у Фантомочки. Может быть, даже лейт не понадобится. Может быть, все раньше начнется. Battle Fury появляется у Эйпа. И Тайтхантер делает себе трипл
Павн, ну, трипл, по-моему, даже трипл пока что еще не хватит до блинка. У него есть 1100, да, к тому же еще это все не сделано было. Я не знаю, а куда он пошел вообще. Ну, окей, на лайну пошел, потом дофармит. Ну, окей. Ультимейт. Ну, какой-то даже не разведывает. А, да, на разведочку. Тут у нас фантомка-то бьет крипов. И аппарат кидает ульту тупо, чтобы там фантомке было более спокойно. Более спокойно себя она чувствовала. Так, очень много всего в Рил. У Рил огромное замедление, но все-таки вот тут на Unstable Thorn-то, а? Вот она пассивка Рейзера, которая позволяет ему двигаться быстрее, и сколько бы там ни было замедления, там и Ice Vortex влетел, тут Эмбер Спирит пришел, бедный Operation сразу же минус, тут еще отваливается от плевка Вайпер, от плевка Визаджа, и на Рошана сразу заходит, ребята, только Батлфури, только Фейзе Аквилл, да, 20-я минута, в принципе, все в порядке, мне кажется, с артами пока что, и там еще куча всего появится. И пока фантомка будет там, ну, правда, на 12 уровне, Блур уже замакшен. И поэтому, может быть, сразу намутить себе МКБ. Да, вроде бы, Эмбер Спирит, ты не должен делать такой грязи, да, там, МКБшки собирать. Но, как бы, ты тут единственный, кто, типа, керри. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну, тут только Эмбер еще и под флеймгардом словил ультимейт парейшн, так что не страшно. Эмбер, действительно. Эмбер могет. И 5-1-8 у товарища. Он топ-1 по нетворсу. Сразу же за ним находится Вайпер и Фантомка. Вайпер потом где-то в супер позднем лейте уже потеряет этот свой потенциал убиватора и так далее. Там уже Фантом Ассасин будет топ-1 по убиванию. Вот. Но с Аганимом Вайпер сейчас в мидгейме имеет огромное количество дэмэджа. Итак. Эмбер Спирит, постоянно мы про него говорим. Что имеет Рейзер, например, которого добили 2-6-10 у него. Сейчас вроде у него все чуть-чуть дестабилизировалось. Он, наверное, себе БКБ даже собирает. Из-за такого количества прокаста Тайдхантер как раз приобрел себе блинк в тот момент, когда я уже собирался сказать, что... Ну, я собирался уже перечислять то, против чего это БКБ будет браться. БКБ уже практически куплено. Вот. Ну, вот опять философия всяких мнений у нас пошла в доте. И... Ой, да он с хастой. Но это, наверное, минус Райс Кинг будет. По крайней мере, минус его ультимейт точно должен быть. Лучше сейчас, потому что там у него уже 10 уровень. Пока кулдаун 260 секунд. Лучше пытаться сбить этот ультимейт Райс Кингу сейчас. Но не стал этого делать у нас Интерспирит. Чё-то вот с новым патчем-то это... Аганимчики-то быстро стали вывозить суппорты. Там у Визажа уже появляется этот самый Септер. Теперь по 3 фамильяра. Жалко, чтобы забанили Траксу, наверное, теперь. Должно быть, Визажу сейчас бы на троих это все дело. Такер, Сплиттер, и все это вообще в кого было? Ну, окей, окей. Тайтан... Тот, собственно, который, в принципе... Так. Ультимейт прешн закидывает, но он только реген всем порежет сейчас. Я думаю, должна ломаться тут Т2 вышка, хотя есть еще фантомочку, фантомочки, БКБ. Ох, крипчик до БКБ. Собрать бы сейчас и вступить в бой, хотя, может быть, еще пару левелов где-то перекантоваться, а потом уже встретив Куб де Грейсом побежать. Ну и вот как бы эти три фамильяра. По 11 дэмэджа, но зато стабильненько. И их трое. Связали у нас заодно... Ой-ой-ой-ой, так ты все еще 10-го, Проц. Ну я бы просто сейчас реально ломал ультимейт. Я не знаю, почему не стали, может быть, ставки... Ну, не то чтобы ставки, а может быть не стоит рисковать просто ради того, чтобы сбить ульту эту. Но опять же, там, если кулдаун сейчас не будет новый у Рейс Кинга, то можно попытаться попробовать все-таки.
Одно дело 160 секунд, это почти 3 минуты, а одно дело 260, да, это уже 4 с лишним. Ну вот, они фамильяры, как они работают, с чем их едят. Опа! Ой, красавчик, Рило! Рило! Участник команды, в составе которой все бывшие участники Фнатиков. Вот, из тех, кто, кому не удалось засветиться. Ну, отлично! Отлично, БКБ теперь 9 секунды. Наверное, на радостях, что БКБ готов, Рейзер, он его прожал. В общем, теперь без БКБ придется здесь, если и драться, то без БКБ. Тайтхантер уже свой блинк подготовил к этому. И, ох, какие фисты, уже 528 там залетело по прыжку, но это просто кристаллис. Так еще Дейдлуса еще не было какого-то там. Ну вот, да, тут, конечно же, минус Т2. Игра у нас уже пошла более без... Ну, менее контактной, точнее, правильно сказать, хотел сказать, более бесконтактной, глуповато звучит. Менее контактная игра у нас уже занимается пушем, уже не идут СЛы, хотя там вроде есть куда... А, смотрите, 7500. На сухом фарме 7500 пока что всего драки заработали. По XP, ну, там вот, ну, может, будет десятка. Может, настанет тот момент, пока его не чувствуется. Рошан через 3 минуты у нас появится. Может быть, команды его ждут, может быть, сгонять на него. Здесь еще небольшие стаки, но кому они, кому? Башер будет, походу, после БКБ и Владимиру Фантомки. Владимиру Фантомки, да, это мы помним, это чтобы потом собрать что-нибудь прикольненькое. Чтобы там не брать дефолтный доминатор, который имеет турбоэффект. Лучше какой-нибудь Дизоль там наварить, например. Опа, Кримсон. Ну и попробуйте убить этого Элдер Тайтана. Он впитывает, по-моему, сейчас практически все. Парышин развалился у нас от визажа. Тут еще Рейс Кинг. Рейс Кинг разультился. У него 11 уровень. Все-таки 160 секунд будет. Плюются в него опять. Там Венга где-то отваливается совсем на другом фронте. Рейзель разор в ультимейте. Включает БКБ. Идет быковать дальше. Это минус прос, конечно же, будет. Ну, будет же, да? Ну, вот, да. Плевок от визажа контрольный. И тут еще Вайпер появился. Ультимейт у Рейзера все еще присутствует. И даблкил оформляет себе Визаж. Не Рейзера, Визаж. И теперь у Рейзера 2-6-12. А у Визажа 9-2-5. Ну и кто из них саппорт, а? По статистике так-то и не понять. Вот. И по файт рекапу, если посмотреть, а я вот кнопку пропустил, к сожалению, но я думаю, что там... Так. Себе. А хотя Доминейтинг Вайпер забрал. Я не думаю, что там вообще какие-то значительные изменения должны появиться. Тайдхантер опять Эншенты, а сейчас зачем? Вроде блинк есть, арканы есть. Ну ладно, лишними не будут. Пока что Тайдхантер это единственный, кто способен вот такие пачки выфармливать, потому что фантомочка-то не такая, как Эмбер. Ей это БФ не обязательно. Ну, БФ у фантомки это не must-have item. Поэтому Владимир, БКБ. Там сейчас еще на кусочек Башера будет денег. И... Тайдхантер, где же ты отваливаешься? Ох, Эйнштоп фармил. Эйнштоп фармил, Вижена не было, ну может это сейчас задевардили, хз. Ну, минус Тайдхантер. У Тайдхантера как бы как раз вот Рэйвэдж откатится к тому моменту, как он реснится, он много не потерял. Он потерял просто ценного фарма и его позбер... Ого, боже мой. Вы посмотрите на Нетворса, вы посмотрите вот на это вот все. У нас здесь появляется... Ну вот, по дефолту три категории я обычно выделяю. Здесь просто две категории. Саппорты и остальные. Все. И то здесь у нас вроде как Визаж, да, саппорт здесь что-то делает. И вроде как Тайдхантер относится к роли суппорта. Получается, что так. Ну вот видите, да, Визаж саппорт тает на оффлейне. Визаж уже что там он умеет еще кроме агонизма? Ну все, пошел армориться у нас парень. Будет Кираса, потом будет... Вот, кстати, по поводу Кирасы, да. Сейчас появится Кираса у Визаджа. Фантомка убивает Элдер Тайтана на топе у нас. У Элдер Тайтана Майдас, кстати, не знаю зачем. Вот, ну тут пошла у нас обсуждение того, что вот, типа, начинаешь хорошо, а потом не додавливаешь. Ну и в патче это карается гораздо сильнее в новом.
нашим. И если ты уж начинаешь выигрывать, то ты вообще должен там, я не знаю, вплотную друг к другу встать и отблинковываться на пять разных сторон, если на тебя вдруг набегает какой-то ауешный, что-то вроде Шейкера или Тайдхантера. Так, не связал, что-то у нас сейф. Ну ладно, дабл дэмэдж, БФ, кристаллис пока что это все, что есть, но... Вот так вот, опа, связал, как замечательно вообще. Пианист этот Эмбер Спирит. Я бы такого мува не смог сделать. И, ну вот Рошан появился, но может быть хоть сейчас что-то сдвинется с места. У нас еще 24-19, 30-я минута. Все, уже надули на Рошана, минус армор повесили, там минус 8 армора у него, ну, в принципе, отрицательный у него броня. Сейчас это будет изи Рошан для имба спирита. А, у него доедалс уже готовый, это у него там денег. Ай-яй-яй, Рошан-то добить надо, там киллинг спри, фантомочка убивает, где-то у нас вингу идет на разоры, разор БКБ на развороте, не подпускает к Рошану, стоит и быкует. Ультимейт Титана, ну там заслепился только Вайпер, это все, что было. Так, Рейс Кинг тут готов уже идти умирать. 3 секунды, замедло пошло. Вроде как Аеги забрал Эмбер Спирит. Тут у нас Элдер Тайтан ТП-аут хотел сделать, но, тем не менее, Unstoppable у нас Визаж, у нас уже и Эмбер Спирит что-то там имеет. Доедалось, он как раз доехал в очень удачный момент. Ну и на этом пока что все. Ну, опять мы пропускаем кнопку Fight Recap, да? Тем не менее, понятно, кому там стало хорошо, кому плохо. Ну, Визаж тут, конечно... Вот это вот саппорта брали ребята из команды Драк. Вот вам этот саппорт. Никераса Ашива. Дело в том, что тут уже, на самом деле... Хотя нет, нельзя сказать. Хотя вот смотрите, преимущество по нетворсу, да, 1000 почти 14. Ну вот там 13 уже точно есть. По экспириенсу такое же преимущество. Киллинг сприт, боже, кого ты там убил? Где? Зачем? Небось, пистами просто затыкал. Посмотрим. А, лоу, походу фисуля прыгнула к нему или что? Окей, в общем, написал Дэн. И... Смотрите, почему прикольно Кираса? Кираса все-таки покупается у Визаджа 1-0 в мою пользу. Кираса это, чтобы побыстрее спушить. И арморчик там, конечно же. Так, на данный момент армора вот 4. Ну да, можно там, конечно, ПТР ловкость переключить, но зачем? Итак, у тебя 45 армора, это 73% из резиста. Сейчас еще будет какая-нибудь Шива, и давай, давай, бей руками, фантомка, бей руками. Вот эти ее критули, да, которые вот сейчас имеют, что там, 180 на 4,5, ну, где-то вот 800, да, 850. Ну, как бы, вот эти вот 180 и будет только получать у нас Визаж. Так что это такое. Ну, опять же, там, да, стаки, конечно, упадут, 20 армора будет сразу минус, но там остается еще 25 брони. В принципе, Визаж, я думаю, тот самый, который выдерживает. Ну и вот единственная внешняя вышка, которая мешает команде Драк. Они... Ну вы посмотрите, что с ней происходило под Кирасой. Ну, да, понимаю, там есть Апарейшн, но Апарейшн пока что без Аганима. Ну, без Аганима Апарейшн, пора ловить момент. И у Рейзера появляется Аганим тоже. Вот, как бы, вот... Сейчас все должно завершаться, по идее. Ну, или... Либо сейчас все завершится, либо сейчас команды дадут нам понять, что ничего еще не закончилось. Так, ну и куда ты там убежал? Эй, ну окей. Замедление там действительно бешеное количество. Оно там будет постоянно, у Вайпера Аганим, у Фантомки Даггер, у Рейснинга ульта откачана, Тайдхантер ждет момента. Ну и вот как-то вот все у нас... Сонно достаточно, да, уже народ потихонечку ложится спать. Все-таки завтра понедельник. Понедельник день не очень. Что там? 110 урона у Визаджа самого с руки. И продолжение
продолжай наращать армор, видишь. Я хочу увидеть прямо вот вообще машину армора. Я потом, ну не сейчас, конечно, сейчас уже спать всем надо будет, как только так сразу. И вот 1400 давай, клеймор. Ой, нет, не клеймор. Как там эта штука-то называется? Ладно, неважно. Но пока что намека на армор нету, видишь же? И БКБ появляется у Элдер Титана. Ну вот весь экшен, который произошел за последнюю минуту, да? У нас имеется топ-3 на Дворса, но совсем рядом Фантомка. Если она сейчас выиграет драку, то это все. Эпарейшн, эпарейшн, проблемы. Тут пришла Мартра бить. Вы видели, как быстро закончился сейчас у нас Эмпер Спирит? Ой, а если так второй раз будет-то? Но плюется в Тайтхантера. Тайтхантер давал уже ревиш, в принципе, достаточно. Минус Фантомка, ее убивает Рейзер. Также у нас отваливается Рейскинг первый раз. Сейчас он еще второй раз, наверное, отвалится. Ну вот он где-то там внизу отвалился. Я послежу, как тут умирает в БКБ Вайпер от Физухи Разора. Ну и что, Прэшн стоял на базе, и он тэп-аут, видимо, сделал, да? Байбек от Мордред. Что же дальше? Пока что вот так вот 4 в 1, да, там... Ну давайте, много сейчас дня ходит. 4 тысячи, 7 тысяч. Вайпер, Вайпер. Вайпер сейчас будет без урона, хотя... О, да, есть какой-то у него дэмидж, но это такое себе. Конечно, Топорейшн... Ого! По четверым, по четверым. Сейчас Фантомка пойдет, наверное, все-таки что-то делать. Хотя привязали здесь Вайпер. Тут, по-моему, вообще игнорируют этот Айсбласт ребята из Драк. Монстр Килл Визадж. Тут еще отваливается у нас Фантомка. Там байбека у нее нету. Это минус Тайт. Это все, это разрыв всего, чего можно. Это ГГВП. Это... Вот сейчас я не знаю, там наклепают там еще фрагов каких-то на развороте, нет? Рейскинг подойдет, нет? Откинет фраг. Нет, все. 36 минут 28 секунд, счет 36-21. И вот команда Драк. Первая победа уже вот в таком вот составе. И на этом наш игровой день заканчивается. Я бы поговорил с вами, рассказал бы, что да как в этой игре, что понравилось, что нет, но... Свои мнения пока что буду при себе. Если что, подписывайтесь на паблик мой, следите там за новостями. Но, скорее всего, у нас завтра будет тоже Европка в такое же вечернее время. Но там уже проще, там уже понедельник, у кого-то он там даже выходной. Вот. А на данный момент, ну, послушаем немного музыки, посмотрим небольшой видосик. Хотя, по-моему, сейчас я зачекаю эту аматорку. Потому что матрика там написана, да, до 17-го. Вот у меня уже 17-е, например, настало. Не знаю, как там. Сейчас посмотрим. Последний раз будем запускать мы это видео. А, финиш 17-го в 12.00 по цвету. Ну все, тогда крутим видео. Спасибо, что смотрели меня. И всем, ну, собственно, до встречи. Спасибо, что...